Когда зажгутся огни на елках, какие развлечения ждут жителей и гостей Харциска на многочисленных новогодних мероприятиях? Ответы на эти вопросы в материале Анны Медведевой. Завтра в городах и поселках Большого Харциска стартует череда праздничных новогодних мероприятий, главными из которых станут, конечно же, традиционные ритуалы зажжения елки. В Харциске праздник начнется в пятницу в 4 часа дня на развлекательных площадках и у тематических фотозон, организованных образовательными учреждениями города в районе городского ДК. В 18:00 всех присутствующих ожидает яркое театрализованное представление с выступлением творческих коллективов Дворца культуры. Чтобы не дать зрителям замерзнуть и проголодаться, на площади будет организована выносная торговля и работа полевой кухни. Завершатся гуляния праздничной дискотекой. В субботу 26 декабря в 16:00 огни зажгутся на елках в поселке Горное и на Черемушках. О дальнейших планах по встрече Нового года в Харциске с нами поделилась заместитель главы город-администрации Наталья Бондаренко. 27-28 декабря на площади перед Харцизским городским дворцом культуры также будет организована музыкальное сопровождение, будет проведена игровая программа, организованная отделом по делам молодежи и отделом по физической культуре и спорту. В новогоднюю ночь возле центральной елки будет организовано музыкальное сопровождение, новогодняя дискотека. В период с 2 по 10 января с целью организации содержательного досуга в праздничные дни для гостей и жителей нашего города будут организованы игровые развлекательные программы. Это семейный караоке-баттл, шоу Дедов Морозов, танцевальные баттлы, флешмобы, мастер-классы, тематические дискотеки. И также будут организованы спектакли для детей с учетом мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических.